Слушай, ты, Кулибин, ты уже 20 минут работаешь. Будет у меня ключ или нет? Еще 5 минут. Подождете? Да я-то подожду. Давай быстрее, то что он оклемается сейчас. О, видишь, уже глазами лупает. А ну, дай мне вот эту кияночку на секунду. Называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Поздравляйте ваших женщин, удачи вам, приходите к нам еще. Ой, ну 8 марта от посетителей просто нет отбоя. Здравствуйте, выбирайте наши цветочки. У нас очень хорошие цветочки. Для мамы, для жены, для тещи, наконец, выбирайте. Эти сколько стоят? Ой, это орхидеи, они по 500. Угу. А вот эти? Ой, это чудесная голландская роза по 300. Замечательный подарок к 8 марта. Вот эти сколько? А это гвоздички по полтинчику. Дайте мне 8 штук. Ой, простите, ради бога, меня, пожалуйста, я ведь не знала. И примите самые глубокие соболезнования мои. А вы тут при чем? Вы же не виноваты, что у меня в коллективе 8 баб. Упакуйте по одной. Понятно. С удовольствием. Сделайте два кофе, пожалуйста. Хорошо, Игорь Степанович. До работы у меня девочки синхронным плаванием занимались. А что они не уходят? А, совсем забыл. Без аплодисментов не уйдут. Угощайтесь. Феденька, вот скажи мне, зачем ты ударил Андрюшу, а? Зачем? А если бы он тебя ударил? Ну, нельзя же так. Я сколько раз говорила, что драться – это некрасиво. Вот скажи мне, зачем ты его ударил? М? А затем, Катя, что ты моя жена, а он уже полгода к тебе клинья подбивает. Чё я? Мальчики, спокойно. Вот здесь мы и проводим сеансы стоматерапии. Камни нагреваются до нужной температуры и выкладываются на проблемные участки тела пациента. Ложитесь, мастер сейчас подойдет. Подождите, пожалуйста, скажите, а вот мне горячо не будет? Да ну что вы, девушка, у нас лучший салон стоматерапии в городе. Кстати, ваш сеанс будет проводить иностранный специалист из Азии. Ух ты. А вы знаете, как у них там развито это направление? Так что ложитесь и устраивайтесь поудобнее. Спасибо.
большую. Что вы делаете? Глаза закрой, я каменьки ладу. Я не поняла, что это за бардак такой? Мне сказали, будет специалист из Азии. Не кричи. Я из Азии, из Таджикистана приехал. Я лучший каменщик Москвы. Раньше на стройке работал. А потом этот кризис, стройки закрыли, я сюда перешел. Закрой глаза, сейчас тебе будет хорошо. Администратор! Администратор! Молодец, молодец. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня не знаете? Нет, не знаю. Я ваш сосед снизу. Эдуард. Очень приятно, Андрей. И вот по какому вопросу. Вы нас заливаете. Извините, пожалуйста. Ящик вина разбили и убрать еще не успели. А, ничего, ничего. Я, собственно говоря, поблагодарить пришел. Да. Спасибо вам. Большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Восьмое марта на носу. Да я знаю. Я хотел бы жене и теще подарить по бюстгальтеру. А которой жене, какой теще? А вот так не видно, да? Как-то сейчас. Теща с Рюликсом. До свидания. Извините, но мне нужно провести личный досмотр. Че это? Личный досмотр? Че это вдруг? Распоряжение руководства. Участились случаи воровства из офиса. Ладно. Да ладно. Извините еще раз. Проходите. До свидания. До свидания. Алло. Свет. Ну, прошел твой. Да. Зарплату получил. В конверте. Во внутреннем левом кармане пиджака. А заначка в заднем кармане брюк. Да. Ну, все, давай, пока. Да не за что. Шоколадка с тебя, мать. Давай, пока. Так, аккуратненько, аккуратненько. Ага, хорошо. И прямо сюда. О, отлично. После операции. Какой там после? До. Ему еще двоих сегодня оперировать. Ну, день рождения у человека. С кем не бывает. Кстати, он вас сегодня будет оперировать. Бога, я тебя целовал. Бог, я Да вы не переживайте. Часик поспит, будет как новенький. Поехали за сестрой. Вы не расстраивайтесь, я смотрела уже это кино. У них все будет хорошо, они поженятся и... Ему сделают операцию, она родит ему ребенка. Все будет хорошо. Слушайте, ну не переживайте, я говорю, поженятся. Все будет хорошо. Не будет.
будет. Вот он с моей лучшей подругой целуется, Капелюха. А мне сказал, что в командировку поехал. Сволочь! Дорогие друзья, акция только сегодня и только у нас. Телефон по цене производителя. Телефон реагирует только на отпечаток вашего пальца. Теперь вам не стоит беспокоиться, что кто-то может прочесть ваше СМС-сообщение или вашу телефонную книгу. Мужчина, подойдите, пожалуйста. Пожалуйста, телефон реагирует только на отпечаток вашего пальца. Че, серьезно? Да. Дай попробую. Пожалуйста, осторожненько. Вот сюда. Вот, вот так. Так, читаем. Дорогов Сергей Иванович, 1959 года рождения, дважды судим. Правильно? Правильно, но... А что ж вы, Сергей Иванович, находитесь за пределами Новосибирска. У вас подписка о невыезде. Опаньки, Сидорчук! Все, забирай! Вот так, Сидорчук, выполняется план по задержанию разыскиваемых. А то не можем найти. Понял? Да точно! Да ну держать! Вот так, а то не можем найти, не можем поймать. Давай, води. Так, дорогие друзья, сегодня новинка, акция. Только у нас и только сегодня акция. Телефон по цене производителя. Уважаемые жильцы, я собрал вас, чтобы поговорить о вопиющем факте равнодушия. Уже ровно месяц в вашем подъезде не работает лифт. И я призываю вас собрать деньги на починку лифта. Это же в ваших интересах, господа. Не могу. Я не могу. Вы черствые равнодушные люди. Расходитесь. Расходитесь, черствые равнодушные люди. Расходитесь, прошу вас. Прошу вас. Так, здесь говорить бесполезно. Попробую договориться с жильцами со второго этажа. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца, да имя измени. А если нет, меня женою сделай, чтобы Капулетти больше мне не быть. Алле, харе. Харе, как погоняло? Что-что? Кликух как? Не поняла. Петр Сергеевич спрашивает, как вас зовут, девушка? Меня? Катя меня, Полюлина. Слышь, Катюк, Маруха, ты фартовая, но сейчас явно фуфло прогоняешь. Петр Сергеевич говорит, что вы фактурная девушка, очень, но переигрываете. Я поняла. Скажите, можно я вокалист Джульетты сейчас сделаю? Шпилякой. А ты уверен, что этот твой режиссер не завалит нам и кастинг, и фильм? Да ты что? Петр Сергеевич лучший режиссер. Ну, просто он 2 года снимал сериал «Тюрьма». Сериал отсняли, а привычки остались. Слышь, бродяги, ну вы подвязывайте свой базар-то беспонтовый. Катюк, что ты остановился-то? Давай, катай дальше. У тебя как раз маза поперла. Мне по кайфу. Вот завыла, псина паскудная. Тире-тире. Здрасте. Здрасте. Вы жирные пятна с дивана выводите? Разумеется. Через 12 часов ничего не останется. Замечательно. Значит так, вот адрес, вот деньги. Жирное пятно зовут Анатолий. Время пошло. Ну, как вам она? Ну, что, ничего. Даже очень. Угу. Просторный салон такой. А у вас есть... такая же модель, но только вот кабриолет. А, да, конечно. И какова цена? А цена такая же. Я тогда
возьму кабриолет. Тогда, пожалуйста, проходите на кассу. Там вам все быстренько оформят и оплатите. Чертов кризис. Иванов, доигрался-таки, допрыгался, да? А я и предупреждала тебя. Я ж предупреждала тебя, что это до добра не доведет. Все, все, теперь все. Мое терпение лопнуло. Все, не могу я тебя больше прощать, Иванов. Не могу. Значит так, завтра с утра в школу с родителями. Мам, ты чего? Чего-чего? Да ничего. Что ты за ребенок у меня такой? Вот скажи ты мне, пожалуйста, ну что ты? Вот у всех дети как дети. У них родителей в школу вызывают. А ты? Ну объясни мне, объясни. Вот почему я сама себя должна в школу вызывать, а? Вот почему? Минуточку, молодой человек. В чем дело? Что происходит вообще? О. Ай-яй-яй-яй-яй, как не стыдно. Идите. Стоп. Поставьте его туда, пожалуйста. Девушка, можно вас на минуточку? Я вас слушаю. Вот это не суп. А что это, по-вашему? Это какая-то вода. Разрешите, я попробую? Угу. А! Не какая-то, а кипяченая. Вообще же обнаглели. Какая-то. Пожалуйста, всего доброго. Извините, но у вас не хватает еще 7 000 рублей. Что вы на меня так смотрите? Еще 7 000 рублей. Ты меня не любишь. Ты меня совсем не любишь. Я не поняла. Ну что тебе стоит, а? Между прочим, это все от того, что ты меня не любишь. Женщина, что, с ума сошли? Успокойся, пожалуйста, еще 7 000 рублей. Дорогая, что случилось? Я хочу эти платья. Ну, нет никаких проблем. Сколько с нас? 28 000 рублей. Нет. Да? Нет. Ты меня не любишь. Ты меня совсем не любишь. Ну, что тебе стоит, а? Это, между прочим, все потому, что ты меня не любишь. Все, 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 я тебя люблю. Все, все. Пожалуйста. Просто. Вот. Просто. Пожалуйста. За третий столик греческий салат и мясо по-французски. Готово. Стоп.
А что тут греческий салат, а что мясо по-французски? Вопросы есть? Вопросов нет. Медведя будете? Знаете, ну, наверное, на полчасика еще продлим. Она без него не засыпает. А вот могу еще предложить такой вот экземплярчик. Чуть дороже, но для вас, как для постоянных клиентов, скидки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете ключ сделать? А как же? А как же? Вам от квартиры, от гаража, от машины? От квартиры. Ага. Вот. Прекрасненько, прекрасненько. Вам сколько экземпляров? Да, один, наверное. А почему один? Давайте я два сделаю. Ну так, про запас. Ну хорошо, давайте два. Какого цвета вам сделать ключ? Желтый, черный, стальной? Мне, в принципе, без разницы. Мне просто ключ нужен. Ну почему? Ну может, есть какие-то пристрастия цветовые. Да нет у меня никаких пристрастий. Вы мне можете ключ сделать? А как же? Ха-ха-ха-ха! Только этим здесь и занимаемся. Давайте я вам сделаю желтенький все-таки, а? Сейчас желтенький в моде. Хорошо, давайте желтый. Ага, отличненько. Слушайте, а давайте я вам брелочек какой-нибудь сюда прикреплю. Не надо. Ну почему? Ну для красоты. Нет. Ну для тогда, для эстетики. Да иди ты со своей эстетикой. И своими брелочками, и с цветами со своими. Вот, блин, хотел же просто ключ сделать. Да, сервис это не мое. Надо по старинке работать. Здравствуйте. Здоровее видали, что надо? Вы знаете, мне вот ключик сделать. Срочно. Срочно только кошки родят. Оставляй и иди. Некогда мне. Мне квитанцию? Я тебе в лицо запомнил. Ты меня раздражаешь. Как таланта сестра называется кра, так и наша програ. Шесть кадров. Время быстро несет. И на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров. Ла-ла-ла-ла.